Всем привет, это Карина. Стоп, а где она? А, вот же она! Что ты творишь? Ты сошла с ума? Кабум. Ты что, ползаешь? Сядь на место, нам видео снимать! Здорово всем смотрящим, подсматривающим и проматывающим, кстати, тоже! Из-за сложившейся ситуации в мире мы сидим на карантине. И что мы делаем? Правильно, жрем и отращиваем свои бока. Но несмотря на все это, мы хотим выглядеть прекрасно, как минимум на фотографиях. Сегодня я хочу вас познакомить с 7 правилами красивых фотографий. Как правильно подготовиться и сделать фантастические кадры, и никто не заметит лишнего жирка на ваших бочках. Вот это поворот! Встаем рано утром, ведь именно после сна наш желудок максимально пуст, ну а мы максимально худы. Идем в туалет и отпускаем все, что можно отпустить. А все, что не можем, стараемся лучше и отпускаем тоже. После того, как мы расслабились, идем делать кардио. Но если вы живете в семье спортсменов... Ой, простите, пожалуйста. Занятой тренажер не может помешать вашей цели. И поэтому идем на пробежку. На всякий случай еще раз сходим в туалет. Между прочим, могла бы и сдержаться. После пробежки лучше всего сходить в душ. Мы же не хотим быть потными и мокрыми на снимках. Ну и, конечно же, необходимо сделать легкий макияж. Я сказала, легкий макияж. Все, сходи, пожалуйста, умойся. Смой это безобразие. Господи, я не могу работать в таких условиях. Наносим легкий макияж, хотя бы просто накрасим ресницы, из тебя хватит. Ну и, конечно же, одно из самых главных правил – это подобрать одежду. Для особо ленивых можно просто в нижнем белье или, как наша Кариночка любимая, просто в домашней одежде. Ну вот и все. 7 простых правил для сидящих дома. Соблюдайте их и высылайте свои секси-шпекси фоточки. Ну а если видео было для вас полезным или вы как минимум поржали, ставьте пальцы вверх и не забывайте подписаться на канал.